Биткоин восстанавливается после падения. По данным с сайта CoinTelegraph, падение курса криптовалюты до 4000 обусловлено запретом в Китае проводить первичное размещение монет – ICO. На фоне этого цена на биткоин непостоянна и в настоящее время колеблется в районе $4300. Несмотря на нестабильность ситуации, топ-20 альткоинов также восстанавливают позиции. Как известно, Китай запретил ICO в своей стране из-за рисков, связанных с пирамидой или мошенничеством, и признал незаконными все операции, проводимые небанковскими организациями. После вступления в силу запрета все стартапы должны вернуть деньги инвесторам, что уже многие из них сделали.